Друзья, сегодня необычное утро, и вот в чем его необычность. Вот у меня на кухне висят вот такие часы. Купил я их больше 5 лет назад. Ну, 5 лет точно, ну, конкретно не могу сказать, сколько. Специально, когда покупал, выбрал модель с блоком синхронизации по радиосигналам. Хотя, конечно же, понимал, что работать он не будет вследствие удаленности Москвы от Европы. Но было интересно, хоть когда-нибудь зацепится или же нет. И вот 5 лет я наблюдал мигание вот этой вот башенки, вот этой вот справа в углу, в попытках синхронизироваться, но, естественно, ничего не происходило. Вот, а сегодня утром встал и вижу вот такую картину, что синхронизация прошла. Горит вот этот значок кругленькие антенны, и часы сдвинулись назад на 1 час, вот 9:40 они показывают, а на самом время 10:40. Вот такая вот история. Так что кто ждет, тот дождется. Ну, конечно, кто-то скажет, что да у меня там всегда там часы лежат на подоконнике, и, в общем, они срабатывают периодически. Но у меня-то не на подоконнике, у меня в глубине комнаты, и направление на запад перекрыто домом моим же, где я живу. И вот, тем не менее, сигнал пробился-таки. Вот, наверное, сегодня те, кто работает на этих сверхнизких частотах, там 137 кГц, еще может чего-то, у них какие-нибудь рекордные связи вполне возможные. Вот такое вот интересное, необычное сегодня наблюдение у меня, решил на память заснять. Ну, дата и время на экране тут уже без вопросов.